Смотри, есть такое, мне это нравится, но я боюсь. А есть такое, мне не нравится, потому что я понимаю, что я до этого не дотяну. Но это вроде как у других срабатывало, вот это точно не твое. А если ты от этого кайфуешь, но потом ты говоришь, ну как бы мне страшно это выложить, или мне страшно там Не, это ну все показать тоже, людям. наверное, уже. То есть... Ну а ты кайфовала от этого, что делала? От процесса, от чего не кайфовала? Не Там. принимали результат, да? Возможно, да. А Для нас результата не это... бывает. А вы где увидели, что вообще есть результат? То есть что за слово такое результат? Какой может быть результат? Ну ладно, некоторые смягчили, придумали. Плохой результат – это тоже результат. Результат чего? Это твой путь. Твой путь, который ты идешь, и какое-то действие – это всего лишь, ну можно сказать, что вот это вот действие – это результат того, что ты сделал. Он не хороший, не плохой, это просто последствия, это всегда последствия. Ты всегда идешь, ты себе прокладываешь тропиночку твоих последствий, твоих действий. Это всегда про это, не выбора. У нас и выбора как такового нет. Мы всегда четко знаем, что нам нужно. А выбор – это когда мы уже начинаем возвращаться в прошлое. В настоящем выбора нет. В настоящем есть только душа, куда душа позовет. Есть такая Потому штука, что ты которую я ждешь не понимаю. результат. Возможно. А зачем тебе ее ждать? Если тебе нравится процесс, наслаждайся процессом. А Ведь он все результат? равно будет результат. Просто ты его оцениваешь, хорошо или плохо. А ты его не оценивай, он просто будет. Иди в это движение. Что тебе нравится, то и делай. Какая разница, какой это, какая разница, что тебе там напишут? Они всегда пишут только себе. Но если хорошее, то тебе. Хорошо, это